Владивосток, 24 августа 2023 года. Там написано 29 градусов сейчас. Вчера еще был сильный дождь целый день, а сегодня вот солнышко, небо, тепло, хорошо. По городу можно часто увидеть в разных местах вот такие вот изображения разные. Там находится через дорогу сквер городов побратимов. Стадион «Динамо». Миллионка. Там дракон изображен. А здесь вот обитатели миллионки. Там ресторан «Миллионка». О, бабушки спортом занимаются. Вот это место постоянно здесь заливает, постоянно здесь лужа. Вот здесь вот. Небо сегодня красивое. Историческая часть города, старые такие вот дома здесь. А здесь что-то собирают или разбирают. Собирать, наверное, собираются что-то. Вот здесь вот стадион «Динамо». Это вот трибуны, задняя часть трибун. И здесь баскетбольная площадка. За баскетбольной площадкой там еще есть футбольные поля, ну такие мини, так скажем, футбольные поля. Зимой там заливают каток. Вот пацаны играют в баскетбол. Пацаны и девчонки. Там что-то закрыто, но пацаны там по полю бегают. Там три поля.
такая площадка здесь. Вон там находится магазин «Якорь». Там всякие интересные штуки на тему «Владивосток» можно приобрести. Вон там по ступенькам синенькие ступеньки. Ну а это в том направлении можно пройти до спортивной набережной. С правой стороны через дорогу тренажерный зал, так скажем. Ну, фитнес, все дела. Здесь еще есть, скажем так, крытые футбольные поля. Ну, возможно, секции какие-то по футболу. Даже вроде как проходили здесь какие-то небольшие концерты. Какие-то группы сюда приезжали, вроде так. Вот там. Уже с деревьев листва осыпается. Вот, вчера был дождь, а сегодня солнышко, хорошая погода, тепло. Ну, правда, влажность стопроцентная. Наверное, так, скорее всего. Время во Владивостоке 17:06, вечер. Там парк развлечений здесь. Всякие карусели, колесо обозрения. Русский краб там через дорогу. Что это? Организация или ресторан? Здесь, кажется, индийский какой-то ресторанчик. Карри. Там вон даже тук-тук, или как эта штука называется. Вот. Есть. А там море. Там водоем с рыбками, так скажем. В ту сторону спорткомплекс «Олимпиец». С правой стороны там лестница есть. Там музей «Владивостокская крепость» находится. Ну а здесь такая вот стихийная парковка, так скажем. Везде, где можно и нельзя, припаркованы автомобили. Ну, байкеры приезжают. Стоит байк.
какое небо сегодня красивое. Просто красивое небо. Такое над Владивостоком. Здесь напитки, мороженое. Тигр сделан из железок, которые выловили здесь из моря. Народ гуляет. Суда стоят рыболовные, наверное, или какие. Рассекают на водном мотоцикле. Краб. Что-то столики здесь, обычно столики стоят, убрали, потому что на улице, наверное, жарко, а в помещении, наверное, может быть, есть кондиционер. О, здесь какая-то площадка появилась, или что здесь было? Здесь или не здесь были всякие тренажерчики. Возможно, их убрали, что-то будет новое здесь. Там пирс, люди сидят на солнышке. Что-то рыбаков не... А, есть один рыбачок. После дождей вода не очень чистая. Ну, даже по новостям говорили, что там что-то опреснилось море слегка. Вроде так, что-то такое говорили. Ну, у нас дожди долго шли. О, здесь что-то, портреты кто-то оставил. Художник какой-то, что ли. Море плещется. Вот спорткомплекс «Олимпиец», кирпичное здание. Ой, небо сегодня прям такое интересное. А здесь вот пацаны на самокатах, на BMX-ах делают всякие трюки, учатся делать трюки. Здесь, ну, наверное, раз в год проходит соревнование, называются «Мосты». Вот. И здесь ребята показывают свои умения и... Самые умелые получают какие-то призы. Солнышко прижаривает так. Ну и ветерок дует, небольшой-небольшой.
Пятый океан. Что это? Кафешка или ресторанчик небольшой. Лодки там такие стоят. Лавочки такие. Ну и вот набережная, можно сказать, закончилась. Возможно, когда-нибудь прогулочная часть продолжится в ту сторону. Ну, туда можно пройти, но там ничего интересного нет. Там, я так понимаю, территория ТЭЦ-1. Вот труба видна. Там дальше особо ничего нет. Вот как-то так. Ресторанчик здесь. Такой. Окна открываются и прохлада. Ну, солнце обычно вот так вот идет, и целый день вся набережная постоянно в солнце освещается и греется солнцем, так скажем. Ну вот там рыбачок сидит. Красота. Скоро уже сентябрь. Появится воздух, так скажем, потому что сейчас очень влажно, ветра нет. И вот когда хорошая погода, очень прям так мокрый, короче, ходишь, можно сказать. А в сентябре как-то полегче, появляется воздух, свежесть какая-то. Ну, дай бог, будет погода в сентябре. Девчонки фотографируются. Вот это столбики освещения. Ну, а здесь и художник сидит уличный. О! Художник-то китаец. Оказывается, вот его работы, походу, почему-то на полу валяются. Ой, солнышко припекает. Во Владивостоке 19 минут шестого. Ой, хорошо.
это ничего не арка. Вот наверх по лестнице музей Владивостокская крепость. Слышны крики там, в парке развлечений. Хорошо. Катамараны, лодочки на прокат. Ангелы тут сидят. Здесь какая-то площадка построена. Эй,
футбол. Что случилось с твоей семьей? Им нужно общение с родичами. Я уверена, что он приблизился к нам из-за одиночества. А его семью можно найти? Можно попробовать. Какой-то фильм показывают. Они слышат друг друга на расстоянии 200 лет. А мяч-то не баскетбольный, какой-то мягкий. Черная подушка какая-то. Там из лука стреляют. В ту сторону всякая уличная еда. Дальше водная станция ТОВ. Еще дальше яхт-клуб 7 футов. Там тоже пляж есть. А это спортивная набережная. Красивое небо. Морем пахнет.